Когда дело доходит до того, чтобы быть леди, есть определенные вещи, которые большинство девушек вынуждены делать ежедневно. Если вы впервые на нашем канале, то советуем подписаться и поставить лайк. Вы не пожалеете. Сегодня мы расскажем вам о 10 вещах, которые поймут только девушки. Цены на 100 миллионов товаров из 20 тысяч магазинов на сайте goodstar.ru. Выбери свой товар в два клика по выгодной цене. Goodstar знает, где народ дешевле покупает. Болезненная обувь. Не имеет значения, балерина вы или обычная беззаботная девушка. В жизни вам приходится носить неудобную обувь. Многие девушки будут отказываться от комфорта ради пары красивой обуви, которая идеально соответствует их наряду. Они знают, что когда они наденут эту обувь, к концу дня у них наверняка выскочит мозоль. Девушки понимают, что это необходимая часть их жизни. Бритье. Большинство девушек знакомы с проблемой бритья. В конечном итоге они встретятся с болезненными и кровавыми порезами от бритвы. Если вы заметили девушку с бинтом или крошечным кусочком туалетной бумаги на ноге, знайте, ее последний сеанс бритья превратился в катастрофу. Разрушенный маникюр. Как часто это случалось с вами? Вы не торопясь красите каждый ноготок, и в течение 5 минут они уже повреждены и выглядят иначе. Девушки всего мира знают, как это разочаровывает, когда хороший маникюр рушится почти мгновенно. Но вместо того, чтобы все исправить, девушка в течение недели будет ходить с такими ногтями. Провальный режим. Многие девушки бросаются заниматься спортом, но через некоторое время возвращаются к поеданию любимых печенек и шоколада. Знакомо? Потом она говорит себе: «Ладно, со следующей недели точно начну заниматься». Однако вряд ли. Придерживаться диеты и фитнес-плана очень тяжело. Просто спросите об этом любую девушку. Выбор одежды. Девушки почти ежедневно проходят через выбор идеального наряда. Она должна учитывать погоду, проверить чистоту одежды и проконсультироваться с подругой, прежде чем она наконец что-нибудь наденет на себя. И после того, как она выберет одежду, в 9 из 10 случаев она его изменит. Прощай, лифчик! После долгого дня на работе или учебе девушка жаждет перешагнуть порог дома, чтобы снять с себя лифчик. Девушка может сделать это одной рукой, даже не снимая верхней одежды. Девушки получают облегчение после освобождения от неудобного бюстгальтера. Это удивительное ощущение, они просто не могут описать словами. Общественный туалет. Использование общественного туалета для девушки – это ужас. Девушки часто используют туалетную бумагу в качестве сиденья. Тем не менее, когда они собираются сесть на унитаз, бумага начинает слетать на землю. Тут-то и начинается борьба. Ставь лайк, если жиза. Хорошая сторона. Все девушки убеждены в том, что они имеют хорошую сторону и плохую. Большинство девушек убеждены, что одна их сторона гораздо более привлекательна, чем другая. Прежде чем позировать для фотографии, они обязательно удостоверятся, что стоят правильно. Большая очередь. Вы когда-нибудь замечали, как мала очередь в мужской туалет в сравнении с женским? Эту загадку никто не в силах объяснить. Независимо от того, где находится девушка при необходимости сходить в туалет, она понимает, что ей придется отстоять огромную очередь. Обтягивающие джинсы. Многие девушки выглядят хорошо, одевая обтягивающие джинсы. Их ноги удлиняются, а пятая точка выглядит подтянутой. Но все девушки понимают, как трудно надеть любимые джинсы. Каждая из них буквально танцует, надевая вожделенные штаны. Это выглядит забавно. После того, как они наконец натанцевались и застегнули, девушки могут вздохнуть с облегчением. На этом все, друзья. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные ролики. До скорого! Thank you.